Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 111 на странице 62 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Устно измените текст так, чтобы из прошлого попасть в будущее. Текст называется «В гостях у лесника». Васятка побежал чаще леса к избушке лесника. Лесник рассказал ему про зверей и птиц. Он показал Васеньке берлогу медведя, гнездо совы. Мальчик узнал много интересного. Мы видим, что в этом тексте все глаголы стоят в прошедшем времени. А нам нужно из прошлого попасть в будущее. То есть поставить все глаголы в будущее время. Глаголы будущего времени отвечают на вопрос, что сделает, что сделают, что будет делать, что будут делать. Запишите полученный текст, правильно напишите окончание глагола будущего времени. Побежит, расскажет, покажет, узнает. Васятка побежал чаще леса к избушке лесника. Что сделает? Васятка побежит в чащу леса к избушке лесника. Побежит. Окончание ит. Лесник рассказал ему про зверей и птиц. Что сделает? Лесник расскажет. Окончание ет. Ему про зверей и птиц. Он показал Васеньке берлогу медведя, гнезду совы. Что сделает? Покажет Васеньке берлогу медведя, гнезду совы. Мальчик узнал много интересного. Мальчик что сделает? Узнает много интересного. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.